22-летний парень из Тарутинского района, приехавший на заработки в Одессу, решил разнообразить свои будни. На улице Болгарской он дерзко украл Део Матис. Чтобы открыть автомобиль, правонарушитель сломал дверцу. Действовал парень не один, а с товарищем, которого заверил, что автомобиль его, а ключи он потерял. После сообщения о похищении настоящим владельцем через несколько часов похитителя нашли в Суворовском районе. Свою вину он признает. Твоя машина? Нет. Они решили покататься. Как открыл? Это двери видно. С какой целью? Просто покататься. Как тут оказались, на поселке? Його було затримано у Суворовському районі міста. Відомості за даною подією внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.